Твери предприятие наладило выпуск альтернативных источников энергии. Оно производит солнечные панели, которые востребованы в вооруженных силах России и в гражданском секторе, например, в сфере туризма. Панели позволяют генерировать электроэнергию, где нет возможности получить сетевую. На производстве побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Производство солнечных панелей начинается с кремниевых пластин отечественного производства. Их привозят из Новочебоксарской Чувашской республики. Затем панели нарезают специальным лазером, паяют и ламинируют. Предприятие производит мобильные солнечные батареи мощностью 7, 12, 30, 50 и 100 ватт, позволяющие в полевых условиях заряжать различные электроприборы. Вот это где-то 5-6 часов. Эта батарея уже помощнее, позволяет заряжать и радиостанции, и планшеты, и ноутбуки. А эти панели уже более серьезные, они позволяют заряжать, скажем, устройства с режимами быстрой зарядки, с протоколами. То есть этой батареей можно заряжать вплоть до того, что автомобильный аккумулятор. Продукция предприятий из Тверской области востребована в вооруженных силах страны многие годы, не забывая здесь и о гражданском секторе, внедряя в различные отрасли жизни свои разработки. Специально для туристов разработали солнечные панели, заряжающие все необходимые гаджеты. Альтернативные источники энергии зарекомендовали себя в ржевском глэмпинге «Каменецкие купели». Панели на территории рекреационной зоны в ясную погоду за 10 часов обеспечивают заряд аккумуляторного отсека на 50%. Реализация таких проектов позволяет внедрять инновации, создавать в Верхневолжье новые рабочие места. Благодаря таким инициативам мы наращиваем экономический, промышленный и импортозамещающий потенциал Тверской области. Отметим, что курорт Каменецкие купели – активный получатель мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничающий с Центром «Мой бизнес» Тверской области, открытого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так они получили займ по программе проекта туризма регионального фонда содействия предпринимательству. На заемные средства на территории кантри-курорта построили первый всесезонный модульный дом. Также они получили поддержку на создание сезонного кемпинга. А в этом году, учитывая, что проект успешно развивается, но у него нет централизованного подключения к электросетям, заемщик обратился к нам за финансированием проекта по альтернативным источникам электроэнергии. То есть это солнечные панели, совмещенные с аккумуляторными батареями, для того, чтобы кемпинг и глэмпинг смог непрерывно осуществлять свою деятельность. Сейчас на территории комплекса создана энергосистема, которая способна работать круглогодично.